все выше и выше. Ла-тум-дам-барум-дай-да-дам. И в каждом пропеллере дышит. Та-дай-дай-дай-дай-дай-дам-та-та-та-там. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Долго меня не было. Я изучал вопрос, ну, как все говорят, инфо-цыганский. В чем, как бы сказать, там их там феномен? И почему, и что, и как. То есть меня это дело всколыхнуло, будем так говорить. И, знаете, вот смотришь телевизор. Вот просто телевизор мы с вами смотрим. И там люди собирают на лечение ребенку. Причем там суммы такие, знаете, 3 миллиона там и так далее. То есть получается, знаете, интересная вещь такая, что мы можем тебя вылечить, можем тебя вроде как вылечить, так будем сказать, что могут вылечить, но заплати нам мани. А не можешь ты заплатить, ну это уже, так сказать, вопрос не к нам. Значит, ты тогда, ну как хочешь, так и поступай, так, скажем так. И вот теперь, значит, к вот этим всем курсам, марафоны желаний, там все эти марафоны, за там месяц вас обучат, как быть счастливым, как быть богатым и так далее, и тому подобное. И вот, да, и при этом еще говорят, обеспечим ваш личностный рост. Вы хотите личностный рост, чтобы у вас был? Мы его, значит, обеспечим, вас научим в личностном росте. Значит, опять-таки, заплатите нам эти самые денежки, и тогда мы вас научим. А если нету денежек, мы не научим вас ни, грубо говоря, личному росту, ни там поддерживанию здоровья, ни счастью, ни общение, ни еще чего-то. То есть люди, которые говорят о личностном росте, и якобы они уже там где-то, грубо говоря, на уровне там богов галактики, им нужны деньги. То есть без денег они ничего не могут. И личностный рост человека, он подразумевает что? Он подразумевает в первую очередь то, что ты, если что-то ты получил, если ты чего-то достиг, благодаря своим собственным труду, я тут не возражаю, то ты желаешь этим поделиться. Поделиться, он говорит, Вот просто поделиться, смотрите, вот и это все вы можете. Но, и тут встает интересный вопрос. Вот я сейчас скажу, как они поступают и как я поступаю. Поделиться всем этим мы с тобой вроде как можем, но при этом опять-таки, если ты не заплатишь, то как-то поделиться с тобой желание отсутствует. Я же поступаю следующим образом, того, чего я достиг. Если кто посмотрит мой личностный рост, я его считаю очень хорошим. Очень хорошим. Начал вот на этом месте, будем говорить, в этом городе. Я обустроил, будем говорить, как в материальном отношении достаток. Достаточный достаток без избытка. Так, будем говорить, и в другом личностном росте, а именно вы видите мой канал. Я на нем все выложил бесплатно. Я с вами общаюсь, вот здесь я общаюсь. Если надо какое-то общение, вы там пишите, мы там тебе напишем на, это самое, значит, на электронную почту, вплоть до того, что в конце концов где-то там и созвонимся не без того. Что я особо не приветствую, и просто-напросто из-за того, что все, что надо,
можно здесь решить. Плюс огромное количество видосов, обучающих. Видосов, которые иллюстрируют то или иное действие. Те же чистки печени, кишечника, то же голодание. Что там они, это самое... Ну, грубо говоря, там все, что я знаю, там и дыхание, и питание, и мышление. То есть практически все выложено в свободном доступе, иллюстрировано. И вот следующее. Вот если взять вот это вот, вы это сейчас вот смотрите, вот сюда смотрите, да? Вот сюда именно, свободное место. Вот тут я помещаю, как бы сказать, ценник. Участие, значит, нищебродов столько стоит, участие, значит, кто готов больше денег, столько стоит, а вот личное общение, личное общение, это вот столько стоит. Вот ты тут будь готов, заплати тогда это самое, получишь это личное общение. У меня же... Постоянно я с вами лично общаюсь на канале. Вы задаете вопросы, я, как правило, на него отвечаю. Если я на него не отвечал до этого, или если я знаю, понимаю и рассказываю, если даже я не понимаю, там где-то там напишу, ну, я не знаю. К чему я веду? Я веду к тому, что вот она информация, вот она наглядно все выложено, вот она все. Вы используете это, и уже по факту того, что вы использовали, я там прошу оказать благотворительность. То есть вы сами решаете, достойно моя там работа, которую я там выложил, написал и так далее, какой-то благодарность от вас. Либо она недостойна. Нету каких-то фиксированных, вот тебе столько-то, заплатить, вот тебе вот столько-то заплатить, а тебе вот столько-то заплатить, если ты со мной хочешь. Но нету этого. И знаете, вот следующий, личностный рост подразумевает, что вы общаетесь, если вы по-настоящему хотите расти в личностном плане, даже хотя бы как я вырос, грубо говоря, то есть я, смотрите, обращаюсь, ну, не будем говорить, к Вселенной, к галактике, к высшим силам. И прошу то-то, то-то мне разъяснить, что-то там дать и так далее. Что-то такое я прошу. И когда у меня человек просит, допустим, тоже Сержу, я не хотел его брать, понимаете, вот не хотел там, ну, обуза и так далее. Но я понимал, если ты... Просишь вот эти высшие силы о своем духовном росте, еще о чем-то и так далее, чтобы они тебе откликнулись на тебя, они вот соизволят и откликнутся, и что-то тебе такое, грубо говоря, дадут, или там какие-то там наметки дадут, как что там делать. И если я, зная, ну, примерно, что там можно сделать, что там помочь, не дам какой-то там, грубо говоря, рекомендации, утаю что-то, или скажу там, а, Серджио, ну-ка ты как выверни-то карманчики, да, тогда я тебе сообщу, там, грубо говоря, как выходить из голода и так далее, то, смотря на то, как ты поступаешь с другими такими же созданиями Божьими, оттуда видно все. Они скажут, ты смотри, он тут это, что-то там такую, какую-то грамулечку знает и не хочет ею поделиться. Естественно, ни о каком личностном росте, духовности и прочим уровнях там и так далее, никакой речи не будет. И, кстати, это все проверено мною самим, на самом себе. Дулю с маком ты получишь. Поэтому нравится вам человек, не нравится вам человек, который заходит на канал. И если я знаю,
И будем говорить, нету таких каких-то там рекомендаций, ранее данных. А так я говорю, ну посмотрите на канале, поищите, там все имеется. Если нету, я, значит, рассказываю. То есть я делюсь бескорыстно, при этом не говорю, столько-то или столько-то мое личное общение стоит. А уже потом, когда вы все это проделали и так далее, у человека возникает благодарность, что ему помогли в трудную минуту, что ему помогли там, где он где-то там не знал. И смотрите, он вышел из этой ситуации, улучшил там здоровье и прочее. И сколько он может, столько он тогда, грубо говоря, и поделится. Вот такой у меня подход. Нету заранее там этих тарифов и прочее. И вот эти людишки, больше никак нельзя назвать, чего-то где-то, знаете, вот даже знания, вот которые я имею, которые вы имеете, которые там они имеют и так далее, но это практически не наши знания, это уже все было, мы так или иначе это все взяли и, грубо говоря, прихватизировали или еще как-то, да? И, ну, мы получили, поделились. Ну, допустим, там одно дело, ну, книгу там издали, то есть все, 5-10, не без того там, да? Но когда вот это выставляется как нечто созданное там тобою, и за это требуется какая-то оплата, и самое, будем говорить, вот обидное, начиная с тех, допустим, больных людей, которые пришли там куда-то, и им сказали, что слушай, мы тебя можем вылечить, но это стоит вот таких денег, но нету этих денег. И знаете, ну вот что испытывает человек вот этим вот всем производителям, врачам там и прочее, ну что он вот испытывает? Мы можем, нету денег. И мы тебе не поможем. Даже у меня, знаете, как-то каких-то мыслей нету. И то же самое вот здесь вот. Да, мы готовы тебе дать там счастье, мы готовы тебе еще что-то дать, мы еще что-то тебе готовы, которое это. Но нету денег, тогда ничего не дадим. Я вам рассказывал, что после того, как у меня, значит, случилось со здоровьем неприятности. И я искал, как бы выбраться из этого состояния. И когда я нашел, значит, ага, вот то-то сделай, вот эту чистку печени, смотри, ты изменился, энергетика возросла и так далее. У меня возникло в первую очередь желание, вот такое огромное желание, вот этим всем поделиться, не думая о том, что это все можно продать. Хотя там сразу людишки некоторые, сразу это самое, смекнули, да это же можно тут это там, кооперативчик открыть, то все сделать, печень чистить, там еще что-то и так далее. Вот первоначально у меня вот такое вот было. Изложить это, допустим, в книгах, пожалуйста, хочешь там приобрети, значит, делай. Здесь, значит, объясняю вам вот эти тонкости, почему получается, почему не получается, можно ли делать или не надо делать. Мягкие чистки, жесткие чистки, об этом питании там. То есть для себя я все разобрал, это сознание, из чего оно состоит. Ничего тут сложного нету, если это понимать. Но все это ж вот так вот, это вот, знаете, как-то себя возвеличить. И, грубо говоря, вот все это за деньги, за все эти вещи, значит, материальные. И при этом говорит о личностном росте. Ну какой личностный рост может быть, когда человек, говоря там, допустим, о финансах, о прочем, он все это получил за счет вас. И если бы, грубо говоря, какую-то там мантру знаешь, только раз, трах-пах, и только хоп, миллион упал. И ты об этом там можешь там рассказать, что там и как. Вот. Что вот так вот сделаешь, будет миллион. Что ты уже богатый стал до того, как начал делиться. А если все твое вот это богатство, благосостояние, оказывается, вышло за счет того, что ты
якобы рассказываешь о магните Вселенной, о том, что она там слышит и так далее, и так далее. Да, она слышит, она знает, она чувствует нас, так как мы ее сознание, она чувствует нас лучше, чем мы сами себя, понимаете, она лучше нас знает. Что нам надо, сколько нам надо, и так далее, и так далее, и так далее. А мы, значит, вот пытаемся кого-то вот этому искусству обучить. И при этом делаем, сами ничего не сделав, не получив оттуда, но пытаемся научить и, значит, повышаем свое благосостояние за счет вот этих вот наивных людей, которые верят в высшие силы, которые им, вот, знаете, помогут. Да, они помогут, помогут, но совершенно по-другому это делается. Не так-то просто, вы что-то, знаете, написали и так далее, и ждете, что она сейчас упадет. Опять-таки, спроси у меня, Петрович, откуда это все у тебя? Вот это трехэтажный дом, две машины, 22 сотки земли и так далее, и так далее. Как это ты сделал? И я скажу, вы знаете, все началось с 1982 года. Вот я начал сам собирать информацию, сам начал ее опробовать, сам написал вот эти вот книги. Вот это вот все, это две полки, это мои книги. Вот эти две полки крайние, вот эти вот. И тогда вот какое-то благосостояние получилось. При этом я не говорил, что вот эта вот книга стоит, значит, вот столько-то. А что вы ее продаете там это? Хотя, первые вот как раз вот эти годы, когда это все, книги пошли в 90-е годы, мне платило издательство от себестоимости. Ну, допустим, книжка, грубо говоря, стоит там, ну, вот сейчас по нашим деньгам 100 рублей. И, значит, мне из этих 100 рублей, согласно договору, платилось 10%, 10 рублей. А если книжка была ходовая, ее в магазине могли продавать за 300 рублей, за 400 и больше, в зависимости от того. А я уже ничего не имел. Так, пример. Ну, не в этом дело. И имел, не имел, сколько надо, значит, столько мне и дали за это. И самое интересное, вот сейчас я просто смотрю, у меня книги не продаются, на телевидении я не работаю, я на пенсии и так далее. Пенсия сейчас побольше стала, где-то 30 тысяч. И вот я еще как-то существую. Я, знаете, кое-что и распродал. Не без того, когда человек, знаете, по-простому говорит, обрастает там баблом, то есть все, пятое, десятое, да, и такой период там был. Но, знаете, вот такого вот в своей практике, чтобы пришел ко мне человек или еще, и я бы ему сказал, слушай, я тебя приму только тогда, когда ты вот такую вот сумму мне дашь. Если ты ее не дашь, ты мне не интересен. И еще разок о личностном росте и о духовности хочу сказать. Вот если человек спрашивает меня, то есть все, я более-менее что-то там знаю, я что-то там ему посоветую и так далее, не мое дело, будет он делать, не будет делать, но я говорю, вот примерно так. Но ответственность ты берешь на себя, а не на меня. А то спрашивают, а поможет ли уринотерапия при депрессии? Позвольте, что такое депрессия, а что такое уринотерапия? Как это вы хотите соединить все это вместе и получить какой-то результат? То есть с человеком я стараюсь по-человечески. Ни о какой духовности, личностном росте, о котором они там все говорят, и прочих там каких-то вещах, которые они вот это вот все это там за деньги и прочее, не может быть речи. Если ты хочешь как-то помочь человеку, ты это делаешь бесплатно. Возьмет он это, не возьмет, это уже его проблемы. По крайней мере, ты ему все показал, рассказал. Вот так, вот так, вот так, вот это.
Я занимаюсь гравитационной гимнастикой. Знаете, я добился лично для себя, я считаю, колоссальнейших результатов. Из развалины, которую я представлял в 2016-17 где-то годах, очень плохо было бы. Спина вот так, у меня штангистский ремень. Вот на этом вот ложе я здесь сплю. Я не мог спать, потому что вот эта вот простынь, которую вы видите, она вот так вот сворачивалась в жгут из-за того, что я вот так вот вертелся, как этот. Я превратился, знаете, такого здорового, энергичного, жизнерадостного. Не хочу сказать любвеобильного, так, ну. Вот. Мужчинку. Насыщенный организм гормонами, а это все под 70 лет. И я этим с вами делюсь тоже, рассказываю, вот оно, смотрите, вот эти суставы, вот эта спина, вот эти плечи, вот эта мощь и прочее. О стихах, о песнях, о музыке, я как-то молчу, что вот вы раскрываетесь. Ну, занимайтесь, друзья мои, попробуйте. Попробовали, бросили. Те люди какие-то больные, которые я там их знал. Ну давайте ж, вот. О, слушай, хорошо. Бросили. Ну, родня-то вообще не занимается. Другие люди со спиной тоже раз-два пришли, полегчало и все, забыли. Короче, я не понимаю, вот эта радость поделиться с вами, вот этим всем, что у меня... что я наработал-то. Пусть это, как бы сказать, не так уж там много, но все можно открыть. Можно обеспечить и личностный рост. И я вырос благодаря своему собственному труду. Не благодаря какому-то там марафону месячному, а трудясь в течение всей жизни. И до чего-то ты, до каких-то, грубо говоря, своих этих высот дорос. Но остальные, хоть их тяни, хоть их еще, знаете, в каком-то этом, никто ничего не хочет. А вот, возможно, вот так вот, чтобы это самое, обмануться и за деньги получить, и духовное совершенство, и какие-то эти самые, знаете, вот этот вот личностный рост, и прочее, вот народ... на вот эту вот халяву готов подписаться, заплатить какие-то денежки, а потом получить дулю с маком. И вот как же так? А где же твоя голова была до этого? Ну, по крайней мере, знаете, я высказал свое мнение. И там, где начинается, сразу висит, знаете, этот самый прайс с ценами на личностный рост и прочее, там никакого личностного роста нету. И все это благосостояние, которое вам обещается за ваши деньги, оно идет вот этому коучу. Вот ему оно идет, человеку, который просто-напросто смекнул, что можно, рассказав красиво сказку, на этом хорошо заработать. Больше ничего.